Всем привет, ребят, я Тимечева. И сегодня, ребята, я вам покажу, как я вот это все рисую. Смотрите, просто нажимаем вот сюда. Там не надо, ребята, регистрироваться. Просто вот так вот сюда вот. Ой, я уже нажал. Сюда жмете, там какой кадр, давайте 12 кадров. Ну, короче, фон тоже не надо выбирать. Просто пишите вот надо название, ребята. Ну, например, вот такое дебильное название. И, ребята, давайте и смотрите, как вот это все рисовать. Вот, видите, у вас открывается вот такая штука, смотрите. И вот, например, думаю, вы видели тут ролик, вот, например, мужик делает сайт. Смотрите. Вот, тут надо, ребята, все по кадрам рисовать, чтобы, ребята... Можно, кстати, тут сделать фильм, ребята, потом вам покажу. Ребята, как сделать фильм. И вот так, смотрите. Все, ребята, такой, значит, стоит. Мужик. Да ёкарный бабай. Ребята, ой, туда. Смотрите. Такой, значит, у нас мужик стоит. Смотрите. Вы видите? Видите? Ой, я слишком много кадров, короче, сделал. Оп, 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 оп. Оп, оп, видите, ву, 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 он сальто делает. Ой, это фу, ребята, фу, ребята. Так, ребята, смотрите, как сделать фильм. Нажимаете создать фильм, вот это, все это вы делаете, я в этом не разбираюсь, потом разберусь и обязательно, ребята, создам фильм. Ребята, кстати, я вам покажу, как можно легко делать там фон, все такое. Вы, например, выбираете такой фон, жмякаете сюда. Только если вы там что-то проходите, у вас, ребята, такой фон появится. Ребята, у вас появится такой фон. Смотрите, вот такой чел. Бам, 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 бам. Также вы можете делать музыку, там вот это все. Можете даже вот так делать. Ну, ребята, я вам покажу, как это все там перекинуть. Ну, ребята, я вам все покажу потом, так не волнуйтесь. И смотрите. Например, вы хотите перекинуть, вы нажимаете вот сюда. Ребята, смотрите. Вот так. Да, ребята, я сам правда забыл, как это все делается, но, ребята, я думаю, я вспомню там. Очень... Нет, ребят, не так. Ну, давайте, ребята, шли смотреть. Блин, у меня, ребята, очень много кадров тут. Давайте сейчас я... 5 кадров. Смотрите, он такую сальтуху делает. Ребята. Видите, оп, оп. Смотрите, вот это все вы реально можете сделать. Написать текст вот так. Просто напишите, добавлять. Ну, сюда плюсик нажимаете и отмена. Ну, не отмена, я тут нажал отмена. Ничего не надо писать, можете по-английски. Ну, все, что угодно, ребята, можете. Ребята, это просто бесконечное рисование, ребята. Просто бесконечное рисование. Вот, например, я написал там в кадре «Привет». Ну, не в этом кадре, там. Я снимал, почему-то не сохранился, там еще вылетел у меня. Я вот заново снимаю. Ребята, вот почему такой расстроенный сижу. Ребята, кстати, вы можете вот так на линейку нажать. И у вас, ребята, только вот так будет вестись. Ребята, вот, например, вы хотите тут. Ребята, у вас не получится. Только у вас получится это круг. Ребята, вы можете его до овала растягивать. Там вот. Там, смотрите. Опа. У вас не получится по-другому это все сделать, ребята.
ребята, как, ребята, вы спросите, вот можете всякие маркеры, как вот менять цвет, разукрашивать, ребята. Ну, если вы не хотите так, там, у вас не получается. Смотрите, ребята, просто смотрите. Вот, например, у вас нажимаете вот сюда, выбираете там цвет какой-нибудь любой. Тут много цветов. Все, ребята, цветы в мире. И, ребята, выбираете, например, зеленый, да? И вот, если этот квадрат убрать, ребята, вы что, не сможете рисовать, что ли? Нет, вы все сможете. Смотрите, например, да, квадрат не убирается. Ладно, ребята, потом уберу. Как, ребята, и последнее, наверное, как, ребята, все, ну, короче, как перекинуть на это? Это я забыла, ребята, простите. Ребята, давайте я вам все-таки это все покажу. А, можно было так. Ну ладно. Ребята, сейчас. Давайте вы посмотрите вот этот кадр. Так, с... два. Смотрите. Хопа, видите? Он оп, оп, обратное сальто делает. Так, ребята, приступим к этому делу. Ребята, я правда забыл, но, ребята, я попытаюсь править. Так, ребята, вот ваши кадры, если что, хотите посмотреть. Ну, ребята, смотрите, вот я вам все рассказал, кроме этого, сейчас, ребята, я вам скажу. Вот, например, нет, ребята, не туда, не туда, не туда. Ребята, если честно, я забыл, но я так помню, что надо вот сюда вот нажать. Смотрите, но не сюда, ребят. Лучше. Вот, например, создать фильм. Поделиться. О, ребята, вот. Смотрите, сейчас подождите. Ребята, вы сначала должны все создать. Ребята, зачем, ребята, на это все время тратить? Ну, ребята, вы вот так это все сделаете, ребята, и у вас все будет. Вот перезаписать, больше не спрашивать. Ребята, у вас все вот это все будете. Больше не спрашивать. Поделиться. Блин, ребята, у меня не работает что-то. Ребята, если у вас там, ну, того, ну, если у вас отправлен уже один ролик, то у вас не будет работать, ребята. Ребята, просто его отправьте и удалите. Ребята. Или куда-то там отправьте, там что-то сделать, ребята. Но я в этом еще не разбираюсь. Но вам пока что это все рассказал, ребята. Может, я там поинтересуюсь, и я, ребята, все подробнее там расскажу. В общем-то, всем пока, ребят, смеять нечего. И сегодня, ребята, вы напугаетесь. Сегодня, ребята, мы играли. То есть я вам, ребята, показывал, как я рисовал. Ребята, если что, скачивать. Всем пока-пока!